И снова всем привет, ребята. Считаем посылочка из Китая от компании Вкубот. Часики от них, телефоны Вкубот C5. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно. Здесь указано и защита от воды, от пыли. Указано, что аккумулятор 15 дней использования. Вот идет. У нас здесь экранчик 1,7, ну что в теории все включено. Я думаю, что все в курсе тем чудом, в котором вот Ленька использует. Но в любом случае, знаете, я стабильно покупаю. Слушай, для спортивного интереса, ну что все, что вижу и что считаю интересно. Тем более, что в компании Кубот я так, ну знаете, отношения вполне еще терпимые. У них, ну, телефоны в целом вполне окей, учитывающие их стоимость. Так, здесь указано, что умненькие идут. Здесь указано, что Кубот и C5. В чем прикол, что в Китае акцентируют, что часики идут, ну, чисто вот для девочек. Я не понимаю, знаете, вот честно, с таким с большим экраном и с габаритами, для каких девочек в конечном итоге окажутся они, но у китайцев они думают, что вот есть, ну, что девочки с такими с большими, скажем так, ну, что в кистями, да? Правильно сказал. Вот пишите в комментариях, ну что вдруг что-то сказал вот неправильно. Что да, вот есть у кого что стоит рука. Но вот честно, вот я считаю, что 100 килограмм, и у меня тонкая кисть. И смотрите, экраны, я так думаю, что будет, ну, чуть-чуть пути. В чем плюс, что в комплектации оказались у нас еще и синяки. Что ремешок, но честно, я думаю, что с черным в комплекте, знаете, смотреться оно будет тут не симпатично. Питание идет и с магнитами, и стандартненькое. Знаете, в китайце вот здесь ничего интересного не придумали. Инструкции вот нет, но слава богу, что приложение скачал уже с интернета, с черненький экранчик. В каркас указано, что сделан из металла по фокусу. Я надеюсь, что вы что видите у нас, что кнопочка крутилочка идет, чуть-чуть, ну что компактнее, надеюсь, что все что видят, попытаемся включить их, кстати, сразу. Так, ну что, включились. В чем плюс? Здесь у нас, вот, знаете, что классно, вот, захотели, то снимается и будет из металла, и стоимость их, ну что, не сильно кусаться. У нас, ну что, питание включается, датчики идут, тут, ну что, в целом все окей. Так, swipe up код. Нет, не то, не то. А куда? Так, извините, что первое включение, то иногда, что бывает, ты включаешь и делаешь какие-то все-таки, что ошибаешься в чем-то. Так, ну что, включились и локализацию. Изначально, что португальский у нас есть. И есть, все-таки оказался еще и русский. Так, ну что, китайцы указывают, что скачайте в приложение. Так, автофокус. Ты включился, надеюсь, что все, что видят, какое приложение. Я за компанию включу еще все-таки, что в телефоне. Вот я надеюсь, что вы сейчас что увидите его. Так, есть. И включаемся сразу. Так, автофокус, ты включился. Уже есть. Что включаем, что аккаунта у нас что нет все-таки. И включаем, что польских, да. Так, ну что, Bluetooth включенный у меня. То в теории, я так думаю, что включится и все окажется окей. Так, еще раз. Где-то что-то, вот я для информации включайте, для поиска включайте еще и спутники. Вот, ребят, всегда, вот если вы их, ну, не включаете, я не понимаю, в чем прикол, вот честно, но у китайцев вот есть такая, что плюшка, и за компанию, что печально в приложении вот не указала, что включите еще и Bluetooth. Вот, ну что, для информации, чтобы что все в курсе были при первом что включении. В теории сейчас я так думаю, что указывается у нас, вот я надеюсь, что вы увидели, что указались еще и часы. И попытаемся включиться и глянуть. Опа, ну что, включили. Так, я смотрю, что все окей, и указывается, ну что, те приложения, которым у нас есть. Так, ну что, включаем еще, чтобы Gmail был и Skype. Единственное, что плохо, я смотрю, что из Telegram вот не включается, включаются SMS-ки. Из других приложений, вот в чем плюс, я думаю, что в теории сейчас, ну что, включится еще и список тех приложений, что нас интересует. Вот я включил и Telegram, и все полностью. Еще за компанию, вот включим, ну что, Instagram, включается или нет.
Вот что плохо, кстати, Инстаграма вот здесь я смотрю, что нет. Или он был здесь, а не включен Инстаграм. Ну, скажем так, потому что все из приложений, что мы используем, то в конечном итоге оказывается, что здесь. Так, ну что пишется, что читает, что в часике. Я надеюсь, что вы так, ну что все увидели. Есть, указываем по аккумулятору, что включаем вот те приложения, что мы, скажем так, ну что думаем использовать в теории. Так, включили, 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 включили. И снова, что включаю, уже все, знаете, а то вот так, ну что другие, ну что все включил. Есть, сюда идем. Что в сторону. Так, что еще интересно? Включается еще у нас здесь и будильник. Кто за компьютером что увлекается, то будет, что включаться и вибрация. Здесь у нас есть что измерение и пульса, чтобы что вдруг, скажем так, гипертоником тема что классная будет. У нас есть что функция включения экрана. Вот, ребят, и включайте чувствительность. Вот, кстати, что впервые сталкиваюсь с такой с функцией. Включаем, чтобы, знаете, чтобы было, чтобы покруче, и включилась смс-ка. Пришла, и текст до такой степени в компактный и шел уже. И не знаю, вот вы сейчас включу, увидит автофокус или нет. Еще раз. Раз, сюда. Так, ну что, включился, и буковки, ну честно, вы знаете, кто, что плохо, скажем так, ну что все, что увидит, то будет... Чуть печалька. Так, ну что, экономия аккумулятора включается, включение экрана, сколько секунд включенный экран. Тут, ну что, в чем плюс, что включаете уже, сколько окажется кому-то интересно. Так, если захотели, у нас есть, ну что, функция управления камерой, делать ее так, тук-тук-тук-тук, что включается еще и фото. Ох, ничего себе, блин. Так, ну что, сброс, я думаю, что неинтересно. Измеряется экраны, и смотрите, честно, печалька. Казалось бы, тем побольше, то было бы что поинтереснее. И нет еще и функции, чтобы включить и взять в картинку вот именно что на экран. Так, по приложению, надеюсь, что все увидели здесь, что в целом интересного вот ничего нет. С часами, опа, и включился экран. С циферблатами, я думаю, что изменяется вот так. Нет, не так. Включается в тишина, чтобы с вибрацией. Включается еще и будильник у нас. Так, еще раз. Жмем и держим. Сюда. Пульс измеряется. Да. Так, ну что, по экрану. Если захотели, то включается. И светленький. Такой, знаете, вот и красивый, и яркий делается. Тут вполне все окей. Так, включается и шаги у нас. У нас есть... Сколько испали мы, измерение пульса, есть и все. Тут уже считается смс-ки и все плюшки. А как что включается вот здесь? Ну, что-то из настройками. Ага, ну что включился вроде. Так, ну что спорт у нас, ну что кто увлекается, у нас указывается и пульс, сон. Но честно, знаете, как-то так не сильно. Вот интересно, оказался еще и секундомер, оказался и таймер, есть... Так, управление по музыке. Не, ну знаете, вот... Ну что, в чем-то и плюс, то по управлению, ну что, вполне все комфортно идет. Знаете, хотелось бы что-то сказать, но вполне, ну что, все окей. У нас есть, ну что, функция поиска телефона, шикарнейшая, ну что, функция, вот акцентирую на таком. Для что, девочек включаете, у нас, я так думаю, что в теории еще есть, ну что, функция, чтобы вы смотрели, чтобы и здоровые, и счастливые, чтобы были, у нас есть... Функция автоматического отключения экрана, но я уже ее показывал. Так, включатели у нас, смотрите, включенный автоматическое измерение пульса. Так, ну что, гипертоником снова-таки акцентирую, если все, ну что, печальки. У нас есть, что функция, что вдруг вы с телефоном отключения, то включается экран,
Вибрация будет в теории, и включение экрана я уже включил. Есть что еще интересного? Так, ну что, из приложения, кстати, включается в те программы, что мы используем. Циферблаты такой есть, такой, такой, такой. Чё ж ты, блин, не... Если так, нет, только, вот смотрите, вот если вы крутите, то что, в такую сторону. Честно, вот, ребят, знаете, за циферблаты ставлю им что, единицу. Гляньте, до такой степени, скажем, и красивый, и яркий, что у меня идет, и здесь они, ну что, просто печалька. Вот честно, не хочу, что лукавить, но, блин, ну что, сделали бы уже там, знаете, поколдовали. И смотрите, вот ты включаешь, вот как-то оно все чуть-чуть, ну что, изначально вот не так идет. Так, ну что, около информация по прошивке и всем плюшкам идет, что здесь, ну что, поиск приложения и усе, вот, ребят. В целом все симпатично и красиво, но вот честно, знаете, вот скажу от Леньки, за ту стоимость, что стоят они, скажем, вы купите что-то поинтереснее. Так, мы же попытаемся, а выключаются они как? Я так думаю, что автоматически испытаем, что у нас в конечном итоге идет по входящим, чтобы глянули. А сим-карта у нас... Где? Что, извините, я немножко упустил. Что, вот, ребят, одну секунду, у нас что, вот, есть чуточку, что, скажем, другой в телефончик, 063. Я думаю, что, знаете, вот я не стесняюсь, что в Киви описание у меня есть телефон. Из этого я показываю всем его. Так, смотрите. И вот, ребят, смотрите, у нас что указывается, что имя, что кто звонит, но вот не что полностью. Если захотели, я так думаю, что делайте, чтобы тише было. Если захотели, то включайте и скинули в трубку. Честно, я вам скажу, что вот так, что в целом сделано, что все вполне окей. Замечание, естественно же, по поводу циферблатов, изменения. Вот знаете, и крутилка тут есть, эффективности что ее нет, цена, что кусается. У меня из последних часиков, ну что были поинтереснее в 1000 раз, но в любом случае, я так думаю, что знаете, в китайцы указали, что аккумулятор что 15 дней. В теории, вот если будут ну что, держать около 10 дней, это будет, во. Так, извините, что долго, вот ребят, но я снова акцентирую, вы где, вот ребят, на канале, отзывы из Китая. И знаете, у меня уже все идет и стабильно, и долго, скажем так, и нудно. Спасибо, пока.